100 лет назад совершено невероятное злодейство и невероятное предательство. Когда родственники императора отказались его принять, когда с молчаливого согласия мировой либеральной интеллигенции на все было закрыто, так сказать, на все были закрыты глаза, когда заставили императора отречься для того, чтобы убивать не помазанника Божия, а гражданина Романова, когда убиваются семья с детьми, с наследником, это чудовищное, на мой взгляд, одно из самых чудовищных преступлений прошлого века. Сегодня, как никогда, нужно помнить то, что произошло, не только как покаяние перед тем, что произошло, но и как предупреждение перед тем, чего не должно быть. Сегодня для нас этот день ужасающей скорби, с одной стороны, а с другой стороны, необходимости подумать о том, что такое было, и не дай Бог повторить. Литература – это моя, наверное, судьба. И я очень благодарна людям военно-историческим, кто это сделал, понимаете? Дай Бог, чтобы мы понимали, что мы творим и что мы делаем. Подпишись на ФАН-ТВ. Новости о том, что важно. Мы делаем новости интересными.